Привет, Иришка выиграла $100 от Нью-Йоркера за лучший лук и ушла в запой, поэтому я снимаюсь с Валерием Алексом. В реальности у Иришки положительный тест на корону, поэтому мы с Цемчитой снимаем сегодня секонд. По обуви хочется сказать, что мужской здесь гораздо больше. Цемчита пытается найти женскую. Гляньте, и кроссы. Валера сказал, что больше по обуви мужского, надеюсь, в принципе, по любой одежде больше мужского, но женского тоже достаточно, на самом деле. Всю осень себе хотела косуху, нашла в середине декабря. Стоит такая курточка 60 рублей, и свитер очень приятный по качеству, 45. И еще, и такой потеплее вариант, возможно, это мужская куртка, я на себя нацепила, типа, оверсайз, но мне очень нравится, 90 рублей, качество классное. Набор английского джентльмена, смотрите, вот этот плащ подписчикам отдадут за 200 рублей, вот эти брюки 35. Лук в стиле проснулся своего парня. Вот такая секси бомбита чика. Это Vivienne Westwood, мужская рубашка. 35 рублей для сравнения тоже в де-факто. 35 рублей рубашка стоит, то это как бы факт. А если сделать вот так, то получится вот такой вот офисный лук. Но тоже, кстати, секси. Это Max & Co, стоит 65 рублей. Я однажды зашла в магазин Max & Co, и у меня пачка отвалилась от того, какие там цены. Так что... А, платье очень теплое, кстати. Для сравнения, вот сколько стоит летнее платье Max & Co. На скидке 700 рублей. Есть, кстати, вот еще и за 1100, поэтому как бы не стесняйтесь, покупайте за 605. Пока не решил, как назвать вот этот лук. Здесь пуховик Oakley 220 рублей. Вот здесь попросили сказать про New Balance. 576 серия, а сделана в Англии. 150 рублей. Жакет Барбары Бёрбери, не знаю, как правильно называется, я из деревни, 160 рублей. И такая сумочка трендовой формы, 25. Английский бренд Ben Sherman, 110 рублей, 45 левайсы и Caterpillar вроде 120 или 130. Это образ нашей Вики Маймун, с которой на маникюрчик хожу, она так любит ходить пумы, 85 рублей, такая сумка 90 рублей. Смотрите, такой прикольный джут, Aran May. Здесь написано. В эфире Хардова Фэшн тяжелый люкс. Сумка стоит 250 рублей. Платье 150, жакет 50. И такие кроссы 120.